В День семьи, любви и верности в Сургуте состоялась массовая регистрация браков. На необычной свадебной церемонии кольцами обменялись 12 пар. Первый свой совместный документ молодожены получили из рук главы города Вадима Шувалова. Градоначальник пожелал им быть честными друг с другом на протяжении всей совместной жизни. Помимо этого новобрачным вручили иконы с ликом святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Это символ, праздник любви и верности. Каждый мечтает, наверное, прожить такую долгую жизнь, как Петр и Феврония. А так как мы являемся коренными жителями города Сургута, для нас это огромная честь именно в этот день зарегистрировать наш брак и создать новую семью в городе Сургуте. Обменяться кольцами, бросить букет невесты, закрепить замочек на деревьях аллеи счастья, запустить в небо голубей. Молодожены очень трепетно относятся к каждому моменту бракосочетания, особенно в такие символичные даты. Избирая покровителями муромских святых, брачующиеся закладывают в фундамент своего семейного счастья супружескую верность, любовь и взаимоуважение. К сожалению, пока с такой статистикой мы не располагаем, количество разводов у нас не уменьшается на сегодняшний день, но мы все-таки надеемся, что вступление в брак у нас будет намного ответственнее и все-таки расторжение брака станет меньше.